Привет всем, с вами Japan Life. Сегодня мы находимся в офисе нашей компании, именно там, где происходит вся эта движуха с японскими автомобилями, где делается каждый день тысячи ставок, тысячи переводов аукционных листов. Сегодня мы вам покажем полностью весь процесс, как это происходит от и до. Досмотри этот ролик до конца и получи очень много интересной, полезной информации. Итак, мы с вами находимся в здании морского вокзала, непосредственно там, где располагается офис компании Japan Life. Вот мы здесь видим здоровенную вывеску, которая подсвечивается. Пройти ее невозможно. Пойдем внутрь. Попадаете в офис нашей компании. Здесь вас сразу же встречает опытный менеджер, один из, сделаю акцент, из самых опытных менеджеров нашей компании, который проконсультирует вас абсолютно по любому вопросу по автомобилям с аукционов в Японии. А здесь за ресепшеном у нас сидят офис-менеджеры и логисты, которые отслеживают всю информацию по вашим автомобилям. На какой он стадии, в таможне он, либо вывезен уже на транспортную компанию. И, кстати, если вам нужно отправить икры, можете позвонить девчонкам, они это все организуют. А здесь у нас зона ожидания, в которой, если не дай бог, допустим, к вашему приезду не подоспели документы еще с таможни, вы можете здесь подождать, попить кофе, поесть конфетки и почитать японские журнальчики. После того, как вы ознакомились с условиями сделки, ознакомились с договором, менеджер просчитал вам автомобиль, этот автомобиль вас устроил по бюджету, мы с вами подписываем договор на поставку в двух экземплярах. Один экземпляр остается у нас, один у вас. Подписали договор, после этого нужно внести предоплату по этому договору, потому что, как я вам и говорил, пока вы не внесли предоплату, и если, не дай бог, вы еще отправили на карту физлицу, этот договор недействительный. Вы вносите предоплату именно по этому договору в кассу нашей компании. Любыми доступными способами на сегодняшний день. Либо наличкой, либо бесконтактная оплата, либо по счету, как вам удобно, так и оплачивайте. После того, как вы внесли предоплату, мы начинаем с вами работать, отсылать варианты каждый день на согласование и делать сотни переводов аукционных листов. Именно это мы вам сейчас и покажем, как это происходит изнутри в отделе продаж. Ну и после того, как мы уже подписали с вами договор, именно здесь, в этом отделе, менеджеры отбирают каждый день сотни вариантов, сотни переводов аукционных листов. Происходит именно здесь, в этом отделе. Обрабатываем весь входящий трафик, все звонки, все сообщения, комментарии, все полностью мы обрабатываем здесь. Общаемся с вами практически в круглосуточном формате. Но, конечно, друзья мои, не забывайте, что мы также иногда хотим спать, кушать и отдыхать. Мы такие же люди. Так что, если кому-то не ответили, не обижайтесь. Мы сегодня уже прикупили несколько автомобилей прямо с самого утра. Давайте сейчас покажем, что это за автомобили, какие были изначальные бюджеты и вообще как прошла сделка, куда эти автомобили едут и сколько они в действительности обошлись в окончательной стоимости. Давайте вот сейчас спросим у Максима, у него есть уже пару покупок на сегодня. Макс, что взял, рассказывай. Купили Toyota Harrier максимальной комплектации, Premium Advanced Package, гибрид. 2,5 литра, 87 тысяч пробег, 4,5 балла. Отличный автомобиль. Делали ставку из расчета в бюджет в 2 миллиона 150 тысяч рублей. Купилась она по ставке в 2 миллиона 50 тысяч рублей. На сотку дешевле. Да, на 100 тысяч рублей дешевле. Вообще машину нормально купили. Вот, купили еще один автомобиль. А, кстати, Харек поедет к нашему клиенту в Петропавловск-Камчатский. Отлично. Вот, купили Вица, да, это 17-й год, 1.3, 4 ВД, 4 балла, пробег 83 тысячи. Машинка куплена для нашего клиента из города Хабаровск. Также сделали ставку из расчета в бюджет 630 тысяч рублей. Угу. Купили, обойдется она в 545. Нифига себе. То есть, да, это вообще подарочная цена. Подожди, 545, 17-й год, ВИЦ 1.3, 4 ВД? Да, да. Это же очень дешево. Да, очень дешево купилось. Вообще машина нормальная покупка. Отлично. Кстати, сегодня мы еще взяли еще один не менее интересный автомобиль. Это Toyota Wellfire. Менеджер Дмитрий. Кстати, Дмитрий тоже у нас занимается продажами уже очень давно. Уже очень много сделок он закрыл. 99% положительных отзывов. И он взял сегодня не менее интересный автомобиль. Это Toyota Wellfire. Давайте покажем. Димон, что взял? Toyota Wellfire 2015 год, комплектация ZTR. Так как все и заказчик желал, чтобы сзади было раздельное кресло, но не капитанские. У машины 93 тысячи пробег, у машины оценка 4,5 балла Б.
Взяли его за 2 миллиона 335 тысяч йен. На сегодняшний день машина обходится в городе Владивостоке 2 миллиона 226 тысяч рублей. ZTR 2226, хороший. А сколько был бюджет? 2 300 у клиента был бюджет. Тоже дешевле? Да, дешевле получается у нас на 70 тысяч, грубо говоря. Отлично. Вот поедет он у нас Новороссийск. Забыл, как город называется. Кстати, клиенты из Новороссийска также начали очень в последнее время активно обращаться, так что, друзья, автомобили отправляются по всей территории Российской Федерации. А, кстати, вот тоже много пишут, там ваш пруль не нужен, но действительно, пруль расходится по всей территории России. Нет, по-моему, уже ни одного города, куда мы не отправили эти наши отличные, качественные японские автомобили. И вот сейчас у нас еще одна покупка. Купил ее менеджер Вадим, который также ведет с вами диалог каждый день, отвечает на сотни ваших запросов, отправил уже очень много автомобилей по всей территории России. Сейчас мы спросим у него, что за автомобиль, какой бюджет и куда едет. Вадик, что за машина? Купили Jimny Sierra, 16-й год, 4-бальный, 80 пробег. Взяли, у клиента был бюджет 850 тысяч рублей. Взяли в 776 тысяч рублей. Короче, у нас сегодня все тачки дешевле бюджета, минимум на 100 тысяч, да? Клиент из Владивостока. Как мы вообще занимаемся поиском автомобилей? Вот у нас есть заказ. И мы начинаем, допустим, поиски вести на день торгов, либо за день, и отправлять вам их на согласование. То есть возьмем, у нас есть в поиске Toyota Crown. Нужен 210 кузов, то есть либо гибрид, либо турбо, либо атмосферка. Вот. Рестайлинг проходного года. Смотрим, выбираем 15-й, возьмем 17-й год. Это у нас будет AVS 210, RS 210. АВС 211 это у нас гибрид, это турбо, это просто гибрид, передний привод получается, задний привод, а это полный привод. Все, начинаем поиск. Так, это были у нас варианты на сегодня, посмотрим, что у нас есть на завтра. То есть сразу у нас выскакивают все варианты, которые у нас идут на следующий день торгов. Сразу их нужно отфильтровать, потому что, соответственно, варианты с маленькими пробегами бессмысленно, да, рассматривать, потому что они будут очень дорогие. Смотрим, фильтруем по пробегу. Нам пробег нужен в районе сотки. То есть, ну вот, есть атлет S. Открываем. 4 балла. 2015 год. Это рестайлинг. Черный цвет. Отличный вариант. В принципе, он нам подходит. По аукционнику у него ничего критичного нет. Отметки А2, А2, там О1, скорее всего, небольшая какая-то вмятинка. Тут пару царапин и все, в принципе, несколько царапин. В переводе АУ-А-У, то есть это написано то, что царапинки, вмятинки по кузову небольшие имеются. Все. Дальше смотрим. У нас есть еще на заказ Outlander. Вот крауна, ну, мы так выбрали. Таким методом автомобиля крауна выберем, отправим клиенту на согласование. Смотрим Outlander, допустим. Выбираем Mitsubishi Outlander PHEV, который нас интересует. Все, смотрим. То есть от 13 до 15 года нам нужен дорестайлинг обязательно, потому что бюджета хватает только на него. Опять же, фильтруем по пробегу. Также в районе сотки нужен автомобиль. Вот серый цвет нам подходит. Смотрим, опять же, это 13-й год, непроходной. Пробиваем дату выпуска. Февраль, то есть машина старше 7 лет, именно этот вариант нам не подходит, потому что будет очень большая пошлина на него. Ищем дальше. Вот еще 13-й год. Вот это вот проходной будет.
смотрим. 3 балла оценка. Очень много описания по ремонту, по замечаниям по кузову и салону. Также мы с вами видим то, что менялась задняя левая арка, задняя дверь, красилась передняя левая и задняя левая дверь и крыло. И также царапинки, вмятинки. Нам такой вариант не подходит, потому что нам нужен целый автомобиль. Мы его пропускаем. И вот таким вот способом проверяется абсолютно каждый ваш автомобиль под ваши запросы. Если вам нужен, там, вы говорите, до 100 пробег, 4 балла, там, комплектация определенная, цвет определенный, все. Мы фильтруем вот из этих всех автомобилей, которые выставляются на день торгов, и выбираем автомобили по вашему запросу. То есть, если нужен там белый Outlander до 100 тысяч пробег, 4 балла, мы вам такие будем предлагать. И то смотрим, если это 4 балла, там опять же есть какие-то замечания, там по кузову, допустим. Вот, допустим, 4 балла, у него вся бочина вот здесь крашеная, капот крашеный, эта сторона тоже крашеная и крыло, да, омененное. То есть, соответственно, мы такие варианты вам предлагать не будем. Сегодня вы видели, мы купили 4 тачки, давайте с вами возьмем Димин Wildfire и дальше его встретим со склада. Поедем его подготовим, исполним какие-то пожелания клиента, если они у него будут. И покажем дальше вам весь этот процесс, как это все происходит. Владивостокский морской торговый порт, здание морского вокзала, офис компании Japan Life находится в самом эпицентре автомобильной тематики. Если вы приехали к нам в город, либо живете в нашем городе, двери нашего офиса всегда открыты для вас. Но если вы не можете приехать к нам, просто позвоните нам в компанию, и мы подберем автомобиль в ваш бюджет и отправим его в ваш город. С вами был Александр, канал Japan Life. Мы ждем Wildfire из Японии. А я передаю всем пока. До новых встреч. Six hanging out the window like E. High feet on one off a bottle might be my tree. Smoking Agent Orange high speed. Back when me and Marty was recording with my mom. Most of y'all were chasing around bops. I was in the lab only hoping that my job never will be based around mops. Now I'm on. Yeah, she know. Let me cause my ego. Girls in the drugs always follow us where we go. Japan Life. Покупка и доставка из Японии. Автомобили, спецтехника, мототехника без посредников, переплат по выгодным ценам. Квалифицированные специалисты окажут грамотную консультацию и помогут с подбором авто. Japan Life.